В Бендерской крепости восстанавливают башни. В цитадели год работает турецкая компания. Уже сделали новую систему водоотведения. Плиты из натурального камня прямо из Турции. Теперь приступили к стенам. Стены цитадели пострадали прошлой зимой, стали разрушаться. Турки все восстанавливают. Что интересно, используют почти такой же раствор, как много веков назад. Вы можете наблюдать, что сейчас строители практически восстановили внутреннюю часть стены на участке от башни номер один, медиальная, до башни номер два. Этот процесс завершается постепенно. Сейчас реставрируют западную стену замка Бендерской крепости. Следующий этап – восстановление зубцов на стене и подготовка первых трех башен к перекрытию. Крышу сделают из деревянной черепицы, сделали и систему водоотведения. Она была разрушена еще в 20 веке. Была восстановлена система водоотведения. Частично применялись те каналы для водоотведения, которые были созданы еще во время строительства крепости турками в 16 веке, и это позволило в дальнейшем приступить уже к реставрации самих объектов, в частности, западной стены. Дальше по плану укрепление армянской башни в цитадели и башни-форт в нижней части крепости. Реставрацию Бендерской крепости завершат к концу 22 года.